показать, как я готовлю томатный сок. Значит, как я все это делаю. Для начала мою помидоры. Затем я разрезаю помидоры вот так вот на 4 части. На 4 части я режу. Как только я перерезала все помидоры, значит, я опускаю варить. Варю я 30 минут. Затем через такой вот дуршлаг и такую толкушечку я пропускаю сок. Сок я собираю в кастрюльку. Значит, над кастрюлей повесили дуршлаг. Толкушкой вы все это протерли, собрали сок. Дальше в этот сок, сколько у вас там получилось, ну вот в данный момент я вам сейчас расскажу на одну порцию, вот 2 литра. Значит, что туда понадобится? 2 лаврушки, 10 горошин черного перца, 3 ложки сахара столовых и 1 чайная ложка соли. Затем я ставлю на огонь, еще 15 минут я это все проварю. Ну, затем вы разливаете уже по стерильным банкам и закатываю крышки. Подписывайтесь на мой канал.